прошлую неделю, сколько было установлено незаконных врезок? Мне должны дать данные за ноябрь, я так и не приготовился. Ну, за ноябрь дайте тогда данные. Мне должны дать ДДСБ, я принесу вам. Ну, примерно вот еженедельно. В среднем сколько устанавливается? 3-4 в неделю выходит. Сейчас пошел на спад уже. Бывает 2. Пошел на спад из-за чего? Есть срывы пломб, госстандарта наши. Сейчас по графику проверяем школу, садики. То есть в комплексе школы, садики. Я попросил в первую очередь поставить акцент на больших потребителей. Правильно? Вот скажите мне, пожалуйста, по экономическим агентам, ну, в частности, большие потребители, сколько незаконных врезок или отсутствие пломбы, то, что вы говорите, есть, или есть. Что-то другое, какие нарушения были выявлены? В основном нарушение пломб. Пока не санкционировано подключение юридических лиц, еще не найдено. Ну, работаем. Юридических лиц еще не найдено? Не найдено. Не найдено. Вот за последние 2 недели, как я работаю, да, еще нет. Частные в основном. А вы с каких секторов, в каких участках начали соответствующие проверки? Это практически по всему городу. Мы берем, в основном взяли штифт на Челмаре со стороны Молодых, идем в сторону центра. Там много предприятий, больших и низких агентов. И сколько предприятий за ноябрь вот примерно пришли? Эти 20 не проверили, но не так, что просто простые счетчики все, как проверили досконально, по схемам. Это что за предприятия? Они производители, они... Разные, и услуги, разные. И производители. И? У вас есть официальные данные их потребления, правильно? Да. Какова степень оплаты услуг, да? Они платят, выставили претензии. А вы информацию синхронизируете? Вот Игорь Борисович всегда вот жаловался на объем выхода. То есть наша роль входа, а у него выхода. Вы вот хотя бы вот состыковать вот данные. Мы каждый день у вас по данным. 5 часов этим занимаемся. Каждый день, да. Занимаетесь. То есть синхронизированная работа. Да, мы сейчас хотим купить 10 минимум счетчиков и на большие клиентские агенты, где не было найдены несанкционированные врезки, поставить контрольные счетчики. Так. Проверить таким. Вот как у нас такой сейчас. Контрольные счетчики. И хотим купить камеры длиной 20 метров провода, которые можно... Вчера уже привезли. Вчера привезли одну, да, и в трубу камеру с освещением и до счетчика, чтобы мы могли проверить, есть ли несанкционированное подключение. От трубы 15 до 100 трубы можно увидеть это подключение. Это, думаю, будет самое эффективное.